Вас приветствует канал Вячеславич. Новый год 2023 наступил. Теперь будем готовиться к празднованию Рождества. Сегодня будем готовить пирог на кефире с яблоками. Как всегда, обратимся к нашей книге, которые у нас рецепты, которые передаются по нашей родословной из поколения в поколение. Обычно все пироги у нас печет мой ассистент, но для съемок видео на канал я это делаю по ее просьбе. Для пирога нам понадобится кефир 1 стакан, сахар 1 стакан, мука 2 стакана, яйца сырые 2 штуки, масло растительное 50 мл, сода 1 чайная ложка и яблоки. Яблоки мы чистим и режем произвольной формы. Соединяем в миксере. Сахаром. Добавляем 50 мл растительного масла, кефир и все опять хорошо перемешиваем. Кефир мы стараемся добавлять свой, который мы выращиваем на кефирном грибке. Видео у меня на канале стоит, как мы делаем кефир и как выращивать правильно кефирный грибок. Опять все хорошо перемешиваем. Добавляем 1 чайную ложку соды. Теперь будем постепенно добавлять муку и перемешивать до полного растворения, хорошей консистенции. Полученное тесто выливаем в противень. Тесто равномерно распределяем по всему противню, чтобы был ровненький, хороший слой. Теперь в тесто втыкаем яблоки. Ну, произвольной формы воткнем. И поставим духовку, разогретую на 180 градусов, на 40 минут. Для этой порции, которую мы сделали, конечно, противень вот этот великоват. Нужно хотя бы на треть, лучше наполовину меньше, тогда пирог будет толстый и такой пышный. Но у нас маленькие противни вышли из строя, другие пока не приобрели. Ну, он и в этом будет тонкий, правда, но вкусный. Пирог у нас спекся, мы дали ему остыть, и после того, как он остыл, будем доставать и резать. Он у нас получился не толстый, вот тоненький, ну нормально, как раз в рот поместится. И прорежем еще вот так. Пирог мы порезали. Получился отличный, пористый. Внутри такие поры, мягенькие, прямо мягкий вот он. Пышные яблочки. Замечательный пирог. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, ставьте палец вверх, и будет у нас с вами все хорошо.